Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Сегодня новинка от Вкусвилла, сосиски в блинчике с моцареллой. Очень интересно. Упаковка 330 грамм, стоит 300 рублей. Выглядит они аппетитно, они заморожены, не охлажденные. По оценкам очень все неплохо, по отзывам. Свежий продукт всего 43 оценки, средняя оценка 4,5 баллов. Очень вкусно, удобно, вкусные, очень вкусно, сытно. То есть большинство положительные отзывы. А давайте посмотрим состав, калорийность производителя и будем дегустировать. Изготовитель у нас Олимпия, Ставропольский край, город Георгиевск. Ставропольский край далековато от Москвы. Итак, состав у нас следующий. Блинчик, состоящий из молока 2,5% жирности, муки пшеничной высшего сорта, яйца куриного, масло подсолнечное, сахар, соль, сосиска, состоящая из свинины, филе спрятбройлеров, сыр, моцарелла, соль, растительные пищевые пшеничные волокна, молочная сыворотка, молочный белок, декстроза, мальтодекстрин, чеснок молотый, экстракт черного перца, мускатного ореха, чили, кардамон, лавровый сад, душистого перца, растительные экстракты зеленого чая, гибискуса, красного картофеля, красного редиса, софлоры. Интересно. На 100 грамм продукт у нас 9 грамм белков, 14 грамм жиров, 20 грамм углеводов, 242 килокалории. Два способа приготовления. Разморозить и обжарить на масле, на сковороде, либо в СВЧ, в микроволновке 2-3 минуты. Ну, давайте разогреем в СВЧ. Вот так они выглядят в замороженном виде, такие, по сути, как сосиска в тесте, только сосиска в блине. И там еще должна быть моцарелла. Ну что, давайте разогреем и будем дегустировать. Ну что, ребята, вот так они выглядят. Аромат приятный, такой сосисочный. В принципе, реально очень напоминает сосиску в тесте, только блинчик. Давайте пробовать. Блинчик хороший, нежный. А сыр присутствует. Сосиска тоже весьма пока что приятная. Как по консистенции, так и во вкусе. Довольно вкусненько. Да, сыра, конечно, хотелось бы чуть побольше, но все-таки он присутствует, чувствуется во вкусе. Весьма довольно вкусненький такой перекус, снэк. Ну что могу сказать в заключение? Неплохой перекус, весьма вкусненько, не вау, но очень даже бодренько. Опять же, если не брать во внимание цену, то, в общем-то, прикольно. Хороший, удобный перекус, причем в морозилке лежит, можно в любой момент разогреть. По вкусу балла 3-4. Общая оценка, учитывая цену, я поставлю 4 балла из 5, твердая четверка. Опять же, можно взять будет по скидке, по любому продукту уже будет более приятно. А так, неплохой перекус, интересное сочетание. Чувствуется сыр, неплохие сосиски и хороший блинчик. Твердая четверка. Рекомендую, берите, не пожалеете. До новых встреч.